Здравствуйте, это канал Максиманцы, и сегодня мы продолжаем играть в консольную версию Кэда Седов в честь 20-летия игры, оригинальной, собственно говоря. Следующие уровни у нас... У нас закончились уровни из Кэда Седа первой части, и сегодня начинаем уровни... Дальше начинаем уровни... Продолжаем уровни из Кэда Седа 2. Адские каникулы. Следующий уровень называется Лайфбот. Ротвейлер решает преследовать Ольгу на новом круизе. Он что-то там экспектит на корабле. Проверит, все ли тут безопасно и так далее. Короче, Вуди снова преследует по пятам за соседом. Уже во втором круизе. И сосед направляется в Индию. В оригинале этот уровень называется «Соседа за борт». В переводе от Буки или Русабита. По-моему, от Русабита. Но он здесь немного отличается, и вы скоро сами увидите. Ну, во-первых, вот рубашка капитана имеется, в которой мы берем монетку, а не в комоде. Крюк. Здесь нет портрета мамаши. Здесь у нас крюк. Ну и колбаса по-прежнему все же здесь. Так, потом отвечу им. Так, мамашу надо разбудить быстрее. Мамаша здесь немного дольше идет, отвлекается вот на это. Что довольно-таки не очень хорошо. Вот беда. О! Это момент подходящий. Вот так вот. Жизнь мы не теряем. Все пучком у нас идет. В принципе. Эти, блин, а? А, ну я же немного энергии пробудил мне, пока убегала соседа, так что неудивительно. Уровень, как вы поняли, немного усложнен. Огнетушитель взять надо обязательно. Огнетушитель берем. И, собственно говоря, собаке даем колбаску. У этого есть своя анимация теперь. Так, обыскиваем сумочку. Нет, не шавка, может, Вуди здесь во всех. Нет, может быть, ребенок. Ребенок, это правильный ответ. Напильник получили мы. Начнем отсюда. Затем отсюда. И здесь. Я это сделал, да? Да. Здесь нам не нужно газовый баллончик вот этот давать.
ребенку, потому что он не использует в этой версии штуку эту. Вот эта пакость с лодочкой немного измененная, со шлюпочкой. Во-первых, сама шлюпка немного поменьше стала, во-вторых, сама пакость изменена. Как именно, вы сами увидите. Ну а здесь все по стандарту. Огнетушитель и баллон с сжатым воздухом. Так, а теперь идем прятаться в шезлонг. Удочка изменилась. И сама пакость тоже немного изменилась. Да, теперь лодка это не падает, она вон по механизму опускается, сет просто в воду падает. И он назад ее ставит, собственно. Далее все по стандарту. Эй, блин, вот не вовремя, а? Маша идет. Теперь самое время идти позвонить. Да, здесь сосед оглушается даже, несмотря на то, что никакой баллончик мы ребенку не давали. Здесь логика немножко пропадает. Какого фига они это сделали, нафиг они это сделали, нафиг они убрали возможность дать ребенку эту фигню. Ну и, кстати, в оригинальном, когда соседа 2, этот уровень, вот этот уровень, он уже после Индии должен быть. Здесь перед Индией. А, блин, я забыл прогресс. Я прогресс случайно не сохранил, но ничего. Последняя страничка уровня у нас осталась. Самая сложная страничка. Болливуд только, собственно говоря, продолжает игнорировать Ротвейлера, нашего соседа. Но, короче, Вуди продолжает следовать за Ротвейлером, и четверочка новых пакостей на готове. У него есть. Так, собака представляет. Neighbors from Hell in Bollywood. Так, обыскиваем здесь. Попугайчик, может быть. Не, а, может быть. Да, попугай, это правильный ответ. Пружинка, собственно, здесь у нас
точно такая же, как в подвале у соседа. Была. Для трамплинчика домашнего нужна была. Думаю, вы все помните этот уровень. Блин, вот не вовремя проснется сейчас. Вот, вот здесь стоит статуя, за ней можно спрятаться, но там будет мини-игра. И если мы вылетим из нее, мамаша проснется и нам кирдык придет. Здесь надо на зыбочках проходить, а... Neighbors back from hell в этот момент не нужно на цыпочках проходить. Когда спит нужно. А вот когда в воде можно и не проходить. На, держи. Он тут еще придерживает ведерко рукой. Ведерко надо поставить именно в тот момент, когда сосед будет подходить, иначе пакость станет неактивной со временем. Я надеюсь, я успею достать за это время хотя бы одного крабика. Успею. И подложить я его сюда тоже успею. Может, и второго достать тоже успею. А, нет, не рискну. Да ладно, фиг с ним. О, быстрее. Эй, получил слон. Что? Нет! А, блин. Так, ну и, собственно, крабика с ежиком вы сами, наверное, знаете куда. Опа! Все это мы видели уже. Здесь по стандарту все, как и на ПК идет. Закрываем эту крышу, убираем эту. Навес этот. Все сделано, в принципе, мы остаемся их наблюдать. Мы не пройдем всю вот эту страничку уровней за одну серию.
Мексику и финальный уровень отложим на следующий выпуск. Потому что они слишком много времени займут. Это самый сложный уровень в игре. Red Bull сложнее всего пройти на Perfect. Ну, в принципе, я думаю, дальше не обязательно будет на Perfect проходить. Бонусные уровни там мы открыли и прошли уже. Так что, я думаю, ничего страшного не будет. Но я буду стараться все равно. А вот в финальном уровне, к сожалению, может произойти беда. Если когда попугай врежется в стекло, может все может зависнуть и вылететь. С наибольшей вероятностью. Но, может, если вдруг повезет, то может и не вылетит. Но это если, не дай бог, повезет. Будем надеяться, что не вылетит. Очень надеяться будем. Но это невероятно должно повезти. Следующий уровень называется Elevation. Это дальше у нас Taj Mahal. Так идите вы нафиг, это не Taj Mahal. Сколько я раз вам уже говорил, вы меня не хотите слушать. Короче говоря, мамочка шопингом занимается на базаре. Ротвейлер смотрит туристические вот эти вот вещи, которые вы видите на картинках. И, конечно же, дразнит слона. И у Вуди есть возможность подпортить ему малинку. В этой версии консольный уровень, в этом Taj Mahal, который вовсе не Taj Mahal, только один уровень, не два. Только этот. Уровня большой амбиции здесь нет. Так, две мыши нам придется достать. Блин, на, отлично. Так, ну лопату заркнем, можно подложить. Шарик-то я взял. Взял. Рискнем. Отлично. Рискнул и не зря. Итак. Просто здесь змея не сразу мышку хватает, поэтому ждать. Ну и надо потом быстрее схватить, пока змея не утащила. Вернее, змею саму надо схватить, пока она не забрала мышку и не убежала. Можно вот так немного быстрее передвигаться, но таким образом мы сокращаем время машин нахождения вот в этом месте. Достаем еще одну мышь. Нет, стой! Блин! Впервые у нас за прохождение подобный инцидент произошел. Но ничего, зато вы увидели.
Так, давай осторожно. Не успею я, короче. Осторожно, не надо мне еще раз промахнуться вот так. А вот на следующем уровне, кстати, я промахнусь. Причем нарочно. Потому что там надо будет. Потому что там анимация будет уникальная у этого своя. На каких-то уровнях еще есть анимации уникальные при провале в этой мини-игре, но я не помню в каких. Но там точно помню, что было. Так, теперь пора начать пакостить. Да, вот она на грабли-то не наступает. Только сосед у нас наступить может на грабли. Да, здесь он шарик этот немного дольше набивает. Со змеей надо повременить, потому что надо подождать соседа. Да, в консольной версии собачка убегает туда, за экран, а не сюда, где змея вон сидит. Отлично.
Да, вот пока эта шкала двигается, он может не успеть. Но должен успеть. Во всяком случае, по предыдущим прохождениям успевал. Ай, блин. И последний на сегодня уровень. Мелумбра будет. Мелумбра. Короче, Ольга принимает душ, я так понимаю, холодно. А мамочка. Ну и к мамочке любовь он тоже проявляет. Снова дразнит слонов. Но животные тоже как бы живые существа. И Вуди это соседу докажет. Собственно. Бочку тут убрали. Теперь прятаться можно вон в том круге. Вот беда. А, нет, нет, это не за Вуди она требует. И сейчас я вам продемонстрирую одну из уникальных анимаций. Вот. Короче, током бьет его. Я не хотел этого делать, но мне придется. Так, ну а теперь уже давайте по-нормальному достанем инструменты эти. Тихо. Давай. Тык-т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 ык
Давайте немного ускорим процесс этот. Вот так. Я вот, кстати, знаете, что думаю сделать как-нибудь? Может быть, мне сделать, когда соседа 1 и когда соседа 2... Обычный, но с каким-нибудь своим собственным переводом. Какие-нибудь свои словечки добавить туда, не знаю.
Ну, в текстах, чтобы по-другому что-то называлось. Это сделать раз плюнуть. И я, наверное, так и сделаю. Попробую. Свой уникальный перевод замутить. Забабахать. Вот ты ж, блин, а! На перфик этот уровень нам у нас не пройдется. Потому что счетчик злости сбился. Блин, я еще сюда нажал. Ладно, переигрывать уже не буду. Пофигу. Все равно, если пройти все уровни на перфект, это никакого бонуса нам не даст. Это просто так похвастаться себе. Смотрите, какой я крутой. Я прошел всю на перфект. Не получится. Так, нет. Здесь не получится положить косточку, пока собачки нету, к сожалению. Да не это, дебил. А вот тут тоже беда, конечно. Я не успел сделать это. Нет, я не успеваю. Даже отвлечь его никак. Беда, 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 беда. И косточку я не успею положить, походу. Не, не успею. Со следующего раза пройду. Ну, осьминога хоть положим. Бита, кстати, сюда возвращается. Слон ее выкидывает. Я осьминог выпрыгивает обратно. Кстати, он здесь фиолетовый, а не черный. Как в оригинале было. Стоп. А, я же не смогу колбаску положить, пока собачки здесь нет. Точно. Снова счетчик злости сбиваем. Ну и ладно, ничего уже это не изменит. Опа! Опа! Продержаться придется.
Как вы видите, на счетчике злости 2, а пакости сработано уже 5. Это не даст нам шанса пройти уровень на перфект. Пейсет, короче. Это уровень. Это значит, что уровень прошли, но не на перфект. И золотую звезду не получили. Ну ладно, на сегодня закончим. Следующие три уровня будут в финальной серии. В следующей. На сегодня все. С вами был Спецэпизод. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, на блоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.